Всем добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в клубе Алексея Козлова. Еще раз добрый вечер. Мы начали с композиции, которая называется «Funkin». Собственно, название это ничего особенного не означает, просто дарит вам то состояние, которое поможет вам наслаждаться нашей музыкой весь вечер. И, собственно, продолжим мы дальше следующей композиции, она тоже в стиле фанк. Даже, ну да, наверное, все-таки фанк. Она называется «Glass Blues», «Стеклянный блюз». Ну, наверное, все, что следует о ней сказать. Сейчас вы все услышите. Thank you.
Это был Glass Blues, стеклянный блюз. В скобочках я тут подписал Groovy and Drink, и специальная тема посвящается музыкантам, которые любят ходить на джем-сейшн. На джазовый джем-сейшн. Но те, кто был, я думаю, он знает. Дайте мне. Отлично. Кстати, по поводу джем-сейшнов. Позвольте представить... Секунду. А я сначала, ты не понял, думаю, что у нас за спиной-то происходит? Я собирался вам музыкантов представить, правильно? Да. Точно. Человек, который сегодня с нами играет впервые, но до этого мы с ним неоднократно посещали джазовые джем-сейшны в таких клубах, как «Союз композиторов», «Артефакт», «Факт кафе». Один из лучших трубачей города Москвы, любимейший ученик Вадима Эйленкрига, Антон Захаров. Взять человек, который очень, у которого, считаю, есть редкие качества для музыканта. Он умеет хорошо читать ноты с листа, когда это нужно, и он умеет также хорошо импровизировать. Любую гармонию, любой тональ, любую джазовую тему. Да, ну ладно, тебе красивый, такой же сам помнишь. Наш тенор-саксофонист, сегодня это человек-герой, потому что человек стоит на сцене с температурой почти 30, нет, 38 минут, да? Почти 30, и он стоит еще. Николай Протас, тенор-саксофон. Что вы там вспоминали, а вот меня мучает мысль, да, что вы там вспоминали с Кириллом? Ладно, не буду говорить, что он сказал. Виктор Лужников, клавиши, человек, который помнит все. Много песен, много главных стандартов и много-много разных проектов. Точно. Ну а теперь двое человек, без которых мы, в принципе, так бы не звучали. То есть люди, которые... Сейчас, простите, неудобно. Вот так вот лучше. Двое человек, без которых мы не звучали вообще бы как хороший коллектив, но даже, наверное, более-менее неплохой. Наш бас-гитарист Кирилл Кудник. Кирилл, ты зачем плейбеком от Маркуса Миллера подпеваешься? И человек, который, собственно, начал наш концерт, без которого мы вообще бы, наверное, не звучали, разваливались бы. Потому что мы не умеем так чувствовать ритмы, как он чувствует. Виктор Гокорвин, ударный! Ну, пока музыканты расслабились, отдохнули, я, может, еще тебе где-то расскажу, не хватит. Анекдот? Слушай, давай попозже, я сейчас только не выпил. Нет, это точно не здесь. Следующая композиция, мы ее исполним в квартете. Она тоже написана мной в 2013 году, что ли, если не ошибаюсь. Композиция называется «Рассвет». Честно говоря, в тот год я очень сильно увлекался творчеством Кенни Гаррета. Поэтому композиция очень-очень сильно похожа на музыку Кенни Гаррета. В стиле, фактически, Кенни Гаррета. Собственно, сейчас мы ее вам сыграем. «Рассвет».
вот такой вот у нас рассвет. Что называется, выложились, так выложились, да? Кстати, благодаря... Вернее, выкладываться нам помогает один человек. Мы благодаря ему себя слышим в колонке. Это наш звукорежиссер, который нас очень добросовестно сегодня отстраивал. Наши инструменты, все микрофоны, все мониторы. Его зовут Никита. Никита, спасибо огромное. Так, кстати, ребята вернулись. Сейчас будет небольшой смус, джаз, наверное, даже нет, наверное, даже смус хип-хоп. Ну, жанр, который я придумал. Смус хип-хоп. Отлично, да? Кстати, отличная корректировка. Смус хоп. Этот новый жанр только что запатентовал Кирилл Бодник. Давайте мы поаплодируем. Следующая композиция называется «Когда я думаю о чем-то хорошем». Thank you.
Спасибо. Мы старались играть на пиано. Мы честно старались. Ну что, сейчас будет. Будет оно, да? Сейчас будет, наверное, нечто. Вот даже кипятка. Ну вы слышите, да, что сейчас уже творится с нашим басистом? Он уже в предвкушении. Серьезно? Очень много людей. Ну, в общем, вы понимаете, что сейчас будет что-то. Видимо, центральной фигурой в этом что-то будет Кирилл Гутник, наш басист. Кстати, в предыдущей теме, когда мы ее учили, когда мы ее разбирали, у нас столько споров было, потому что линия духовой секции, она идет на триоле, а линия бас и барабанов, она идет квинтовым свингом. Вы представляете, как у нас мозги сломались? Да, именно шутка для избранных. Но тем не менее, барабаны и бас очень долго учили эти квинтальные 16-е, и у них все получилось. Надо им сказать за это отдельное спасибо, отдельный респект вам. Я специально время оцениваю, на самом деле, чтобы мы все настроились на следующую композицию. Настроились? Отлично. Следующая композиция завершает инструментальный блок, но после нее не будет перерыва и сразу начнется вокальное выступление. Композиция называется «Infinity» — «Бесконечность». Ну, так случилось, что ее тоже написал я.
А, ну, собственно, первый сюрприз, который сейчас будет. Сегодня с нами выступают две полуфиналистки конкурса Emporium Music Fest. Первая из них, которая сейчас выйдет на сцену, ее зовут Мария Клейшина. Фан-клуб Марии Клейшиной здесь. И часть фан-клуба Марии Клейшиной уже здесь. Ну, я, собственно, передаю вас в управление. Спасибо, Валентин. Александр Кубаев, гитара. Первая песня, которую мы сыграем together, называется «Respect». И мы можем ее начинать играть. Аплодисменты. Все затащили меня сюда силой. Пошли играть. Ну давай. Хорошо. Раз затащили, тогда, Виктор. Когда ты устанешь меня защищать, когда ты забудешь узоры наших стен, когда ты захочешь, ты будешь прощать. Стынут обиды и больше не будет наших ссор. Когда понемногу сквозь пальцы течет время, что дорого тому, кого оно не спасет. Послушай меня, послушай опять. В зале так пусто сейчас, но это не важно, мне просто нужно сказать. Самые глупые головные уборы на диване, мы с тобой. Глупые мои разговоры, встречные руки,
А сейчас на эту сцену вызывается наша звезда. Наша вторая вокалистка, вторая финалистка, я говорю, полуфиналистка. На сцену вызывается. Итак, на сцене Анастасия Крашевская. А сейчас первая композиция, которую исполнит Настя, одна из ее любимых, что-то надо сказать. Мои. Алексей Иванович, вы очень правы, как никогда. Она из репертуара группы Incognito, она называется The Less You Know, из альбома Surreal 2012 года.
попроще, полегче. Некоторые это знают уже. Точнее, его узнают. Композиции из репертуара группы Fat Function, она называется Юпитер. Конечно, все знают. Конечно. Настя, ну, не одна. Thank you.
очень большой. У нас вот такая прям импровизация. Да, тайтл. Именно тайтл. Помимо того, что Мария Клишина умеет хорошо петь, серьезно. Я еще умею хорошо вести концерты. И, ребят, мне кажется, что обстановочка немного напряженная, поэтому давайте похлопаем очень громко. Точно. А что вы будете себя делать? Ну, сейчас, помимо этого таланта Маши, у меня есть еще один огромнейший талант. Она очень хорошо читает рэп. Ну да. Следующая композиция – тайтл. Talking
Анастасия Крушевская. Чище. Вот тут нам точно понадобится ваша помощь. Надеюсь, что все умеют делать так. Давайте попробуем. Это о чем речь? Это очень. Раз, три, четыре. И чуть-чуть поточнее, пожалуйста. Еще раз. Раз, два, три, четыре. В два раза короче, у нас все получится. Вы сейчас все поймете. Мария Глышина очень хорошо играет вокал. Записывайтесь к ней на уроки. Так же, как Анастасия Крушевская. Тоже. Ко мне не надо записывать. Как это? Yeah.
пошли. Так. Давайте отдельно аплодисменты девушке. Пользуемся русской должностью Борис Милитвеш, Анастасия Прошевская. Человек, на вокал которого не нужно записываться. И Мария Клишина. Давайте представлю еще раз музыкантов. Антон Захаров, труба и флюгельгорн. Николай Братас, тенор, саксофон. Наш спешл гость сегодня. Александр Кубаев. Клавишный Виктор Лушников. У нас тут два фан-клуба, Мария Клишина и Виктория Лушникова, да? Виктора Лушникова. Бас-гитара Кирилл Гутник. Ну и человек, который выкладывается так на концертах, как, наверное, никто другой. Виктор Кукормин, барабаны. Все, собственно, это была последняя композиция вокальная, и, собственно, этот концерт заканчивается. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Спасибо огромнейшее за вашу поддержку, за то, что вы нас слушали, за то, что вы нам аплодировали. И также я хочу сказать огромнейшее, видите, тебе спасибо говорят. Я хочу сказать огромнейшее спасибо музыкантам за то, что они проявили интерес к моей музыке, за то, что они вкладывают свою душу в каждое соло, в каждую партию, в каждую ноту. Они все это учат, снимают, и, как я понимаю, они получают от этого громадное удовольствие. И если вам не сложно, будьте добры, поаплодируйте им, пожалуйста. Спасибо вам огромнейшее еще раз за то, что вы пришли. Спасибо огромное.
саксофон, Александр Кубаев гитара, Виктор Лосников клавиши, Кирилл Грудник бас-гитара, Виктор Подорник ударный. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня на наш концерт. Было очень-очень приятно играть для вас. Спасибо за ваши аплодисменты и за ваш позитив. Следующий концерт, как и планируется, 14 июля в клубе «Де Факто», но предварительно еще будет об этом информация. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли.